Всем привет! Сегодня у нас 5 мая 2022 год, поселок Котовского, Одесса. Ночь была неспокойная, сегодня целый день как бы нормально. Погода обалденная, солнышко, детки вон в курточках. Я уже тоже переодела легенькую курточку. Тут у нас обучение идет на роликах. Очень классно, тут есть у нас специалист, тренер. Кто хочет, сюда приходит с маленькими детками, там от 6 лет. И она вот их тренирует на роликах. Очень интересно наблюдать. Что хотела рассказать про школу. Многие спрашивают, что со школой. И вообще, что происходит, кто идет в первый класс. Значит, сейчас уже не живая очередь в школу, а по записи. Я позвонила вчера, и получается, сказали только по записи. Мы записались на 10 число, на 12 часов дня. Вот, так что идем вот подавать документы в первый класс 10 числа, а я позвонила 4-го. Это, считайте, через 6 дней, грубо говоря, меня записали, потому что уже пошел, видно, поток людей. Дальше, вчера мы были в больнице, нужно было делать нам прививку, сделали нам две прививки, и вот эти капельки полимелит, вроде как капнули две капли. Одна болючая была прививка, одна такая нормальная. Как бы сделали прививки. Дальше. Очередь вообще в больнице пустая, очереди нету. Вот кто живет на поселке Котовского, вы были на Бочарова в детской больнице. Как бы вообще заходи, записываться не надо, не надо это вот ждать, ничего. Там один человек был перед нами, мы быстренько попали, и все нормально. Спрашиваю обходной лист перед школой на медкомиссию. Она говорит, все, поотменяли, потому что нам дали где-то полгода назад обходной лист. Там куча этих врачей проходить. Все, все это уже отменили. Нужно только проходить окулиста и хирурга. И кровь, и общий анализ крови. Все. Мы прошли в этот день, значит, сделали прививки. И пошли еще, прошли окулист, у нас все отлично, и хирурга, тоже все хорошо. Немножко плоскостопие, сказали, ну это не страшно, походить по каким-то камушкам надо будет. Иногда, вот каждый день желательно, конечно, босичком. Так, в принципе, все хорошо. Вот. Ну и все, мы потом на днях должны сдать общий анализ крови. Значит, она мне выдала такую бумажечку. Приходит смс с кодом, вписываешь в эту бумажку код. Больница принимает анализ с 9 утра, натощак нужно прийти. Каждый день, кроме воскресенья. Вот, мы какой-то денек выберем. Значит, потом сдадим эту кровь. И потом идем к нашему опять педиатру. У нас педиатр Грибкова фамилия, может, кто знает. И потом она уже пишет полностью как бы эту всю фигню в школу, что у нас все нормально, там та-та-та-та. Я заношу уже потом опять в школу. Потом расскажу уже, как нужно, там, как я прошла с документами в школу. Тоже вам расскажу уже после 10 числа. Ну, там ничего сложного, свидетельства. У нас тем более старший ребенок уже ходит в эту школу 13-ю. Прописка не нужна. Просто дать документы, что мы здесь проживаем. У нас как бы бывший муж дал документы мне, что на нем квартира. Ну и все, как бы никаких таких проблем нету с этим. Не обязательно приписка, не пугайтесь. Главное, даже если вы снимаете квартиру, вам главное предоставить даже договор съемной квартиры и пару подписей от соседей, чтобы там живете. Вот. Так что такие вот дела. Посмотрим, что будет дальше ночью у нас с нашими сиренками, с нашими ситуацией в Одессе. Все, всем мирного неба над головой. Все, держитесь, друзья.
Всем пока.